И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Караоке Тичер. И сегодня я выполняю просьбу одного из подписчиков. Извините, не помню имени. Но просьба была разобрать песню Полины Гагариной «Ты же меня простила, я тебя никогда не прощу». Вот, сразу хочу сказать, что песня вообще непростая получилась. Почему? Я не стала разбирать основной вариант песни, потому что там не все так сложно. Я взяла сразу живое исполнение Полины Гагариной, она там пару раз исполняла его на каких-то мероприятиях, и там была изменена мелодия и добавлено больше верхних нот и импровизаций. Поэтому взяла вот эту больше версию, мне больше понравилось, поинтереснее, помощнее, скажем так. Давайте начнем. Значит, когда начинается вступление, буквально сразу она начинает петь небольшие импровизации. Вот уже сразу, видите? Значит, вступление. Да, такое. Достаточно, ну, примерно, да, чтобы вам было примерно понятно. Значит, ху-ху, первое. Ху-ху. Либо можете хуе, все что угодно, любые гласные. Хуе. Значит. Три таких линий. Еще раз. Ху, о, ху. Вот я записала правильно, как она поет. Оху. Оху. Тянет. Поехали, куплет. Остановятся безлюдные улицы. Да, самый главный вопрос. Концы фраз. Она их, конечно, говорит, не поет. Улицы. Да, но я заметила одну закономерность, что примерно окончание она говорит, но все равно по нотам. Улицы, да. Остановятся безлюдные улицы. Улицы. Она примерно, она, конечно, говорит, но примерно вот на этих нотах. Улицы. Как картинки из недавнего прошлого. Все случается, а это не сбудется. То, что утекло, не воротится больше. Я пыталась уберечь до последнего свою звездочку за маленьким облаком. За маленьким. Свою звездочку за маленьким облаком. Судьбу, ты же меня впустил свою судьбу, ты же меня простил, упасть не дал, а я тебя не прощу. Сложное. Не дал, не дал, я тебя. Надо попасть, да? Не прощу никогда. Дальше она еще поет. Небольшую вставляет. Вообще поет на закрытый рот.
Второй. Не ищи меня, пропавшую без вести. Разминулись мы с тобой не единожды. Снова такой же ход. Сложности начались. Еще раз, еще медленней. Берете ноту вверх, сначала сверху начинаете. Да. И там идет. Да, в основной версии. Но здесь она немножко по-другому. Да, она не допевает фразы. Еще раз. Ты же меня. Сказал, забудь. Да, меняется так, еще раз. Ты же меня. Бэки. Она. Свою. Еще раз. Свою судьбу. Судьбу. Дальше. Видите, идут бэки, да? Снизу как бы поют. А вы вклиниваетесь чуть-чуть попозже. Ты же меня. Закрытый рот. Дальше. Не дал. Это как бы одна единая, то есть у вас идут упасть на закрытый рот. Не дал. Еще раз. Ты же меня. Упасть. Не дал. Забыла. Еще раз. Одни и те же ноты. Две ноты просто меняются местами. Не дал. И дальше вниз. Снова опять ход. А я тебя. Да, очень сложно попасть. Еще раз. Давайте вообще весь припев соединим. Ты же меня. Особо здесь не разбежишься, как говорится, но ноты высокие, в этом и сложность. Еще раз. Еще раз. Дальше.
Простил, на ней же сказал. Дальше сложное место. Забудь. Длинная фраза. Забудь. Еще раз. Если хотите, можете спеть «забудь» и «е», как, в принципе, и Гагарина поет, она много... Потому что «у» тяжело держать долго. Сказал, забудь. Да, это должно звучать так, еще раз. Сказал. Медленно. Дальше. Впустил, впустил. Дальше. В свою судьбу. В свою судьбу. В свою судьбу. Дальше. Повторяем, как было уже во втором припеве. Если вы не достаете верхнюю ноту, потренируйтесь сначала внизу, чтобы понять хотя бы вот мозгами, как план состоит, да, и вообще я вам рекомендую, как вот и я даже, я сама себе писала отдельно вот эти все хо, у, е, да, там какие там вставки, потому что сразу, конечно, тяжело это все. Так. Вернуться отсюда сюда, сверху на низ, поэтому получите прямо этот стык. Упасть не дал, а я тебя не прощу. Вот, не прощу. Обратите внимание, первый раз не прощу, а я тебя не прощу. Это второй припев. Не прощу. И дальше у нас была длинная нота перед проигрышем. Никогда. Да? Здесь меняется. А я тебя. Было как? Не прощу. Вниз. Не прощу. А здесь? Не прощу. Щу идет наверх. Дальше. Никогда. Дальше. И заканчивайте. Никогда, никогда, никогда. Значит, давайте-ка после припева сразу вот эту всю часть, после проигрыша соединим. Где вы включаетесь? Закончите, да? Значит, поиграю вам.
мне, конечно, не хватает басов, гитар, вот этих электрических, но что фортепиано может, то я вам сыграю. Хотя бы чисто гармония, чтобы вы получили вот план песни, что зачем идет. Поэтому не знаю, что я тут сыграла. А я тебя не прощу никогда. Там какие-то аккорды идут, какие-то гармонии, не помню. И вы заканчиваете никогда. Надеюсь, разберете, да? Там разберетесь, минусовку включите, там все будет ясно. В конце концов, видите Полина Гагарина. Тебя не прощу никогда. Он вам выдаст официальное видео, где там видеоклип, а где она прям на концерте. Вот прям по этой концертной записи я все и, собственно, и делала. Все, да, как бы ноты вот вам. Учите, как бы обращайте внимание на то, что я вам говорю, потому что действительно песня вообще непростая. Все верхние ноты, дыхание просто бешеное нужно, поэтому... Как говорится, Бог вам в помощь и удачи.
Будьте с удовольствием, подписывайтесь на канал, комментируйте и лайкайте, если вам понравится. Все, всем пока!